октября прошлого года травматологическое отделение Видновской районной клинической больницы возглавляет молодой врач-травматолог-ортопед Ибрагим Абакаров. Он отмечает многолетний опыт сформировавшегося коллектива и высокую продуктивность работы коллег. Здесь не знают о выходных или праздниках, работают в режиме 24/7. По чистоте, по обслуживанию, вообще по отношению мне нравится. То есть я могу сравнить, ну, то есть в больницах не лежала, наверное, там вообще, наверное, никогда не лежала, ты, может быть, если только когда детей рожала. То есть, ну, вот я могу судить, там, когда у меня там мама лежала с инфарктом, дочка с перитонитом. То есть чисто, хорошо, то есть персонал, обход вовремя, вот, температуру меряют, давление. То есть любая какая-то просьба, она имеет реакцию, вот, в принципе, очень оперативную, очень положительную. Травмы, разного рода переломы и повреждения – это лишь верхушка айсберга в работе отделения. Подобных операций в год здесь проводят сотни. Сейчас в РКБ доступна высокотехнологическая медицинская помощь таким пациентам. Начиная от современных малоинвазивных методик фиксации переломов, то есть это производится не стандартные классические большие разрезы, а через маленькие прокольчики проводятся специальные фиксаторы. Также в арсенале сотрудников нашего отделения, наших специалистов, это эндоскопия суставов. Это одна из разновидностей новейших методик, где через проколы вводится камера, вот, осматривается сустав. Новейшие технологии способствуют скорейшему выздоровлению больного и позволяют быстрее выписать пациента из стационара. Большое внимание в отделении сейчас уделяется ортопедии. Это плановые операции, хирургическая коррекция стоп, эндоскопическое лечение крупных суставов, эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Все эти операции выполняются по полису обязательного медицинского страхования абсолютно бесплатно. Потребность высокая есть. Соответственно, мы будем и повышать количество операций, вот, увеличивать объемы. Это можно сделать за счет увеличения доступности нашей помощи пациентам. Вот. Ну и в дальнейшем более активно подключаемся уже не только здесь в стационаре, непосредственно на амбулаторном приеме и в нашей поликлинике, и во всех отдаленных населенных пунктах. Такие хронические заболевания, они требуют уже внимания и лечения уже на ранних этапах. Чем раньше примем меры, тем лучше реабилитационный потенциал для пациентов. Высокие технологии позволяют сократить и время самой операции. В зависимости от сложности, они длятся час или чуть больше. Сегодня мы планируем как раз провести ту операцию, о чем мы говорили. Это хирургическая коррекция переднего отдела обеих стоп у молодой пациентки. Она как раз-таки относится к категории высокотехнологичной медицинской помощи. Врачи советуют предупредить критическое состояние лучше, чем хирургическое вмешательство. Поэтому важно не затягивать и вовремя обращаться к специалистам. В поликлинику или непосредственно к докторам в травматологическом отделении. Ибрагим Абакаров лично ведет прием больных у себя в кабинете в стационаре. По будням с 14 до 16 часов дня. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.